Понедельник в Самарской области безоблачно, без осадков. Днем минус 1, плюс 1, ночью 4-6 с минусом. Ветер южный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем нулевая температура, ночью минус 6. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Тольятти солнце, температура воздуха днем 0, ночью 4 с минусом. Ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, днем минус 1, ночью 8, ниже 0. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.